С минуты молчания начался саммит стран Большой Двадцатки в Турции. Главы государства и международных организаций осудили теракты в Париже. На фоне этой трагедии, которая унесла 129 жизней, проблема терроризма стала главной для обсуждения. По итогам будет подготовлено совместное заявление. Вторым по значимости стал мигрантский кризис. Власти Франции подтвердили, что один из нападавших прибыл в страну в октябре и даже успел получить статус беженца.